Большинство его учеников именно ударники. Маршал, я думаю, вы тоже заметили. Так что... Да, это впечатляет. Бойца в стиле углублетки. Ему 32 года. Рост 180 сантиметров ровно. Вес 84,1 килограмма. Его профессиональный рекорд. 8 побед и только одно поражение. Его стиль ММА. Представляющий город Москва. Россия. Михай Бачук. А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 34 года. Рост 183 сантиметра. Вес 84,4 килограмма. Его профессиональный рекорд. 4 победы и только одно поражение. Его стиль — греко-римская борьба. Из Алхан-Юрта, Чеченская Республика. Итак, Михай Бачу против Баяли Тарамова. 84 килограмма, это 16-й бой сегодняшнего вечера. Ну и отметим, что у Баяли Тарамова есть победы и приемом, и нокаутами. То есть это разносторонний спортсмен, хоть и база греко-римская борьба. И посмотрите, как ну, по спине видно, да, что есть база греко-римской борьбы, мощная спина. В тайском стиле тогда у него стойка. У Баяли здорово сейчас лево заряжает и еще встречает Тарамов. Ну, мы часто вспоминаем великих классиков. Тяжелое попадание, по-моему, все, да. Очень быстро все завершается. Баяли Тарамов первым его поздравляет. Асхаб Зулаев. Ну и тут в зале, конечно, происходит что-то очень неимоверное. Брат тут же в клетке у Баяли. Опять-таки все его ученики, они его здесь окружают. А, по-моему, рассечение вот после этого удара коленом очень тяжелое. Да, может быть, еще в сознании был Михай Бачу, но я думаю, еще пару ударов, и там уже, возможно, даже отключиться. А вот мы видим рассечение даже у него над бровью. Абрек написано на повязке у Баяли Тарамова. На чеченский лад. Оберг. Абрек. Ну, я знаю, я думаю, все знают, кто такие абреки были. Если нет, загуглите. Победу нокаутом одержал Баяли ученикам. Андерсон, я выиграл. Слушай, очень интересно, да, ученики секундируют своего тренера.